Студенческий десант сегодня высадился в здании полиции. Штурм оказался запланированным. В течение недели студенты юридического факультета Тюменского государственного университета будут проходить стажировку в подразделениях полиции. Они получат уникальную возможность попробовать себя в роли участкового уполномоченного. Вместе с полицейскими будут участвовать в охране правопорядка и не только. В ходе стажировки наставники ответят на все вопросы подопечных, связанные с организацией работы подразделений органов внутренних дел. Сегодня будущие специалисты получили первый инструктаж. Тему продолжит Наталья Худяева. Лекция в институте на сегодня отменяется. Студенческий десант из будущих юристов сменил стены альма-матер на здание полиции. В течение недели им предстоит знакомиться с работой сотрудников органов внутренних дел. То, что казалось непонятным в теории, станет доступным на практике. Работа будет живая, с людьми непосредственно на административных участках обслуживания, по проверке подотчетного элемента, ну, естественно, по профилактической работе в жилом секторе. Это жилые обходы, то есть поквартирные. Естественно, отработка мест общественных улиц и непосредственно составление актов обследования, технической укрепленность объектов. Общий развод завершен. Студентов закрепили за наставниками. Нести службу будущие юристы будут совместно с участковыми уполномоченными по делам несовершеннолетних. Их работу легкой назвать нельзя. Они взаимодействуют с самой уязвимой группой – детьми. Здесь нужен особый подход. Лилия Романова в органах внутренних дел работает порядка 13 лет. О каждом своем подопечном она знает все. За годы службы бывало многое. Вот только что бы ни происходило, женщина не перестает любить дело всей своей жизни. Эту любовь она старается передать и тем, кто, возможно, придет ей на смену. Я надеюсь, то, что я сейчас девочкам рассказывала о нашей работе, что она их действительно заинтересует, потому что новые кадры, свежие кадры, молодые, интересные, энергичные, очень, конечно, нам нужны. Мы с этой целью даже проводим профилактические беседы в школах, детей ориентируем, рассказываем о нашей службе в ОМВД. В школе участковые гости частые, им есть что рассказать подросткам и от чего их предостеречь. Например, о вреде наркомании, кражах и мелком хулиганстве. Кристина Топчиева уже определилась с выбором будущей профессии. Ей близка работа следователя. Однако день, проведенный с участковыми, заставил задуматься. Очень интересно было побывать вот в школе, ну, пообщаться тоже с детьми, посмотреть, как сотрудник по делам несовершеннолетних, ну, ведет свою работу, что входит в его компетенцию. Было очень интересно пообщаться именно с участковым, который работает с несовершеннолетними, узнать, что это не преступники, это реально дети, которым нужна помощь, нужна поддержка. Уже завтра будущие юристы познакомятся с работой сотрудников патрульно-постовой службы. По окончании стажировки студентам предложат написать очерк о совместной работе с сотрудниками полиции. Лучшие материалы опубликуют в газете «Комсомольская правда» и ведомственных печатных изданиях. Наталья Худяева, Константин Малыш, служба новостей «Импульс».